пневматический пистолет S92PL2 от компании Stalker. Вы на канале «Попади в десятку», меня зовут Евгений, погнали. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией Stalker и относится к типу газобаллонной пневматики. Боевым прототипом выступает Беретта 92. При покупке данного товара следующие вещи входят в комплектацию. Во-первых, наблюдая стальные шарики калибром 4 мм, далее вот такой ключ для установки газового баллона и инструкция на русском языке. Стреляет пистолет стальными шариками калибром 4,5 мм через гладкий ствол в полуавтоматическом режиме. Для воспроизведения выстрела его необходимо заправить газовым баллончиком CO2 в рукоять, и мы готовы к стрельбе. Магазин данной модели рассчитан на 20 шариков. От случайного выстрела вас защитит предохранитель, который находится на правой части корпуса. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные мушка и целик. Тип ствола будет гладкий, общая длина пистолета 218 мм. Затвор и рамка обозреваемой модели выполнены из ударопрочного полимера. Такое решение дало вес нашему образцу в 425 грамм. Из особенностей данной модели выделяю наличие направляющей на нижней части корпуса для установки дополнительного оборудования. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает до 120 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, тебе не потребуется дополнительный документ, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте. Сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данная модель, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!